Четверо в ушей у перелеску. Жил-был один маленький, кругленький, строкатенький, черно-белый клубочек. Коли он народился, усе казали, який ж пригожий у нас трусик, а в уши, як ему пасуют. А як что он тешился, ух, ух, ухти! Его почали называть ухтиком. Але пухнатые клубочки нараджаются не только у трусов, и в той самый день на свет з'явился маленький зайчик, и он весь час робил только «Ах! Ахти!». Его почали кликать ахтиком, як вушастые кветки нюхали. Життё у перелеску было усялякое. Хто возить домок на спине, хто побудовал домок под безовым кустом, а хто на ускрайку лесу под самой высокой сосной. Ах, ах, який файний ранок! Нема нічого ліпшого за добрий пахучий сніданок. Але як він може пахнуть, коли він уже у мене у животику? Що б я був за заяць, коли б мой нос не знайшов гэтий пах? Пакуль ахтик шукал и шукал, казачный водор долетел и до трусиного носика. Что это пахнет? Мусить некий ласунок для голодного трусика. Я тут волаводжуся, а недзе мяне чакае духмянае смакотце. Какая пригожость! Так и хочется понюхать. Але, что б я был за трусик, коли б не мог подскочить у гору? Гэта ўжо для ухціка было занадта. Хіба гэта справядліва? Я такі малюткі, нікуды не дастаю, а гэта чужы бамбіза суне нос у кветку, як пыласос. Увесь водар сабе забярэ, скна расквапны. Заліваўся трусік слязьмі. Але ж і гараванні, і вясёлыя скокі не цягнуцца вечна. Заяц пабяры, канюк. Куды ж мне бедному схаваться? Я за руды, за долги, я никуда не улезу. Ой, кто вы? Який вы милый, строкатый и маленький. Ох, як вам файно.
Да не, хоть у меня ж пляма на пляме. Я б хотел быть строкатым. У меня ж кожушок небы с бруду. Зато и вас не видать. Мой кожушок светится мне кожный знойде. Зато и я усюду вытыркаюся. А вы ж ущемитесь у самую наименьшую ямку. Каб вы ведали, я такий ж гаротник, як вы. Что ж нам робить? Я пойду назад у хатку. Там меня хотя бы не видать. А я застануся тут. Усё одно нигде не схаваюся, дык на что выселки? Нарэшце яны ўцямілі. Калі мы ў чымсьці такія падобныя, нам трэба трымацца разам. Ура! Гей! Ахці! Ухці! Будзем сябраваць. Ахцік і ухцік яшчэ доўга цешыліся з духмянага дня, а ўвечары засынаючы, абодва ведалі, што ён пах чымсьці нашмат каштоўнейшым, чым кветкі пасярод пералеску. Пераклад Вероніка Бялькович. Чытала Руся Шукюрова.